Дядя Володя тут вчера накопал хрену, а бабушка меня сегодня попросила его на мясорубке перекрутить. Это... Я вот начинаю. Дядя Володя его на огороде накопал. Сам прикрутил мясорубку и вот кручу. Не очень-то легкая работка. Ну, тебе удается? Да, да. Вот. Просто вот так заходит и перекручивает. А что, а если сильно уж туго, то нужно просто вот так вот назад перекрутить. Тут размягчиваешь и снова туда взбиваешь. Тогда легче. А тебе сколько лет? 8. Ну, вот ты уже можешь пользоваться мясорубкой. Да, и ножом. И даже попробовал бензопилу. Попробовала, но больше не хочу. Бабушка тут себя снимает. И кстати, эту косынку с ежиками она сама сшила на швейной машинке. Оп, назад перекрутим. Теперь снова вперед. А для чего целлофановый кулечек одет? А вот я это не знаю. Ну, чтобы в глазки тебе не попадало, и он же... А, жгучий он, ну, такой. Ну, не жгучий, когда он... Я однажды, мы копались с Игнатием Тихоновичем хрен, и я вот так вот, я не знала, что это такое еще, как взял в рот один хрен, откусил, у меня изо рта огонь был. Это прибиваем, потому что оно тут держится, и не то ручка вот эта отлетит, слетит. Прикручивать надо, прибивать. Оп. Прибили. Еще один хрен беру, вставляю и перекручиваю. И еще мы вчера с дядей Володей не только хрен копали, но еще и солодку, корень солодки-то мы еще копали. Да, солодка – это лекарственное растение против ковида. Не очень-то лекарственное оно. О, а у нас тут был Виталий, он заболел, и бабушка ему каждый день по кружке солодки наливала. Так и он всю солодку на себя истратил, и пришлось нам снова ее копать. Зато Виталий вылечился. Ну, и уехал. Взял вот такие вот две банки меда, кое-как дотащил до поезда. Все, закончился у тебя хрен? Еще тут две штучки вот у меня лежат, вот этот последний. Угу. Так. Вот это вот тоненький, я его за 5 секунд перекручу. Вот так. И еще раз. С молитвой. Вот так вот быстренько перекрутил маленький. Большие, это они трудно перекручиваются. Например, как вот этот вот толстенький, он будет трудно перекручиваться. Вот этот. Ну-ка, может, даже и застрянет. Ой, ломается, хрустит. Оп. Опа. Наверное, сила надо, чтобы перекрутить. У тебя есть сила в руках? Да, конечно. Перекрути. Вот тут уже вон сколько накопали, сделали уже сколько хрена, благодаря вот этому всему. Все. Слава Христу! Слава Господу Богу! И на земле.